Стрелять, значит, будем вот из такого. Гамма, значит, пульки будут у нас Гамма Хантер. Вот эти рядом лежат, этими стрелять не будем. Такими пульками мне не удалось, ну, точности достичь, не удалось кучности на таком расстоянии. Значит, стрелять будем из Хасана 125-го. С таким прикладиком. Прицел у нас, значит, 6.24 на 50. Ну там у меня еще лазерный есть прицел, но сейчас мы его задействовать не будем, только оптический. Ну, значит, вот тут винтовочка, отсюда будем стрелять. Вот винтовка, конечно, она доработана. Ствол доработан. Если кому интересно, сделаю видео, как она доработана. Так, сейчас придумаем, куда бы поставить еще. Так, ну, расстояние вон там не видно почти откуда. В общем, 80 шагов. Не знаю, сколько это метров, конечно. Ну вот, моих шагов 80 штук. Вот так вот. К слову сказать, когда купил винтовку, стрелять было вообще невозможно прицельно. Где-то метров, наверное, с пяти-шести метров пуля ложилась. Я не знаю, разброс пуль был сантиметров 15. Так что без переделки винтовки стрелять из нее просто невозможно. Ну, после переделки, доработки, газовая пружинка стоит. Вполне можно пользоваться, стрелять, получать удовольствие. На любительском, по крайней мере, уровне вполне. Сейчас присобачим камеру куда-нибудь. Конечно, я с такого расстояния не каждый раз попадаю в баночки такие. Но попадаю. Так, все у нас нормально.
память кончилась, не смог заснять все попадания. Ну, скажем, два промаха я отдал. Потом, в принципе, везде попал. Сейчас попробуем еще разок. Вон винтовочки, значит, тут сосна растет, и вот левее сосны. Там на снегу выделяется винтовка. Значит, вот оттуда мы стреляем. Еще раз скажу, конечно, не претендуем на профессиональную какую-то стрельбу. Но, по крайней мере, чтобы не говорить, что из Хасана 25-го стрелять невозможно. Вот такое видео заснял. Опять-таки подчеркну, только с доработкой, потому что без доработки кучности не то, что слабая была, ее не было вообще, кучности никакой. Не знаю, как, чем на заводе думают. Ну, а после доработочки получается вполне любительская, нормальная винтовочка. Вполне можно стрелять, говорю, и радоваться жизни, так сказать. Лишь на охоту, я думаю, не стоит с пневматикой вообще ходить. Надо хотя бы гладкоствольная, огнестрельная. Но так, пострелять по баночкам вполне приятно.